Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Взрослый Диста, ведущий Дрон. Вот и добрались мы до второй мафии. Прошли мы первую часть, замечательная игра была. Вообще мне понравилась безумно, шикарнейшая игрушка. Вот мы добрались до второй части. Всем спасибо, кто прошел. Всем спасибо, кто смотрел. Вот, у меня там заминочка была, не было интернета, связи вообще не было и не получалось выйти, так сказать, в эфир, но я надеюсь, на тот момент, когда этот ролик уже будет готов, сеть будет. Я пока не спешу, интернета и связи нету пока, но делаю запись наперед, так сказать. Так, сейчас мы немножко... Так. Вот, музыку уберем. Ну просто интернет. Empire Bay. Во, нормально. Вот так вот. Вот, чтоб сильно не орать. Empire Bay. Так, ну пойдет, попробуем так. 70 назад. Вот, ребят. Сейчас будем проходить вторую часть. Начнем. Вот, всем приятного просмотра. Всем спасибо за вашу поддержку. То, что приходите. Всех всегда рад видеть. Вот. Ну, всем пожелаю крепкого здоровья, приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, мы начнем. Такая сегодня первая серия вступительная, посмотрим, что к чему, там управление туда-сюда, и разберемся и погоним. Так, все, погнали. История. Новая игра. Уровень сложности средний. Только для взрослых. Все, ребята, только для взрослых. Если забыть были ранее. Да. Посмотрим, с чего начнется вторая часть. Я думал, что так как. Блин, не успел прочесть. У Томиша осталось два сына и дочка. Мне кажется, что сейчас какой-то из сыновей будет мстить Сальери за то, что он убил его отца. Ну а там посмотрим сейчас историю. Микрофон включен. Так, интересно, будет она на русском или нет? Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке.
Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Давай-ка, быстрее, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Рита, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вита. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Охренеть. Короче, не будет продолжения, как я думал. То, что на русском, это уже хорошо. Операция «Хаски». Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Угу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Да буду добавить громкость встречи. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Это как-то... Так, начинается этот... мафия со второй части, со второй мировой. Так, аудио добавил. 90, там 20, радио 30. Ой, подожди. Empire Bay. Так, тут. Так, назад. А что там еще? Настройки игры, текст подсказок. Один упрощенный, реалистичный. Так, вот, пробуем. Так, поддерживайте. Два, для прицела. Ди традирчи? Авете пенсато мале? Чего ждёте? Так, подожди, стой. Чувствительность немножко надо. Так, управление. Пешку. А что тут нельзя? А, уровень чувствительности средний. Низкий. Так, да, можно. Блин, херово. О. Так, чтобы выйти из группы... А, ну X, понятно. Скалета, сюда! Ух ты, сука! Капрал, он говорит, сюда идут еще войска. Ага. Потом ищите пленных. Каждый человек на счету.
Так, вот так, да? Так, у нас ник в карте. Ну, похоже, мы нашли пулемет. Берегись! Как простить? Наша миссия, чтобы вытащить гранату. Давай гранату в окно! Ёптыды. Эй, Сталета, ты там живой? Ага, местами. Тогда вставай и пошли. Так. А как? Через зарядка. Бери столько патронов, сколько унесешь. Нажмите, чтобы Ага, короче, подобрать оружие можно, да? Взято тут хорошо. Патроны подбираются автоматически, да? Хорошо, как менять оружие? Оружие, походу, тьма будет, да? Плакаты, телочки туда. Так, а как простить? Никак, не так, как в первой мафии. Так, что тут у меня? Винтовка К-98, карабин, маузер немецкий. Хорошо, дальше. Спрячься за стену. Так, хорошо. Так. Ух ты, сука. Ты что такой грустный? Меня задели! Дайте мне стрелять потом. Как тут быстро раздупляют. Пленные видно наверху. Как поменять оружие? Налезо! Идёшь! Faccio saltare il cervello. Что там за хер? Ну, похоже, нам сюда. Пошли, значит. Следуйте за рядовым. Чёрт, не выберет с балкона. Давай, братан! Понимай! Ух ты! Прикрываю, бегом! Прямо аж какая-то колодзюки, блин. Аж захотелось поиграть. Ну что ты сейчас на медаль за отвагу смахивает? Ах ты собака! Ах ты сицилиец проклятый. Блин, перезаряжаю на квадрат. Так это все хорошо. Как мне поменять оружие? Ах ты собака. Удар
Службовцы! Оккупаты, бастарды! Скалета! Видишь пулемет на балконе? К нему! Даю отрыв! Бай! Выбей тот грузовик! Море! Там еще есть в церкви! Получите! Ты что? Это да. Это да. А, тут еще вот это что-нибудь. Ёб твою. Потеха проехала. Конечно, блин. Начало. Dicevo al mio amico di stare attento. Фрегатене ди фар аттенцьоне, фай чо ке ти е стато дето! Козёл. Сейчас как бабахнет. Господи, бечотти! А ке дьяволо ста дичендо? Ке си креде ди эссере? Un'offerta da fare! Crepi davvero, Don Calò? Cacce, un congetto quando siamo arretati come cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido turco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, глава сицилийской мафии. В тот день сдался весь гарнизон. Почему? Потому что он так сказал. Нормально, слышишь? Начало мафии, блин. С этой... С войны, блин. Блин, опять не прочитал. Так, глава 2. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита! Я тут! Джо! Хе-хе-хе! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Так, ну кем ты его встретил, да? На тачке, короче. Вот и он, МБРБ. Колей, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем вам погода. Вам дает возможность посмотреть по сторонам. Говорят, это самая холодная зима в истории. Да, подсветка номера даже. Стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? Ага. 5 минут разговора и опять на папашу моего сверху. Даже так? Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ого, сам потом вручал.
Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских теолог и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. А, салют, Чентане. Бискарик, пинда. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Сейчас что-то продумает. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой. Ты что? Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Камонофратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Так, что мы едем сейчас или идем? А, нас такси. Приехали. Да, спасибо, сдачу не надо. Минус $2. Потому что у нас еще деньги даже есть, да? Ориентируйтесь по поводу задач, отличаются на радаре. Радары так... Ага, вот она. Ну, карта понятна. Закусочная. Ага, короче, так, о, ну тут хоть этими масштаб стиками. Так, поставить маркер, показать легенды. Что как показать легенды? А, магазин оружия. Показывать дешево, да? Так, даже так, если что-то. Дойдите до дома матери, хорошо. Отпусти его! Вита, да, это я. А, идти потихоньку так, бежать так, да? Надеюсь, это наш. Конечно, наш. А это что такое у нас? Подожди. Гарри. Магазин одежды. Можно даже одежду купить. Смерть идет. Поступки падают. Открыть дверь, давай. Идите вверх по лестнице, мамина квартира там. Хорошо. Ну что-то пока управление вроде нормально. Такое, ну, играбельное. Привет, мама. Я вернулся. Вита. Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, так как ждали. Дела? Иди сюда. Садись, ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Дзуппа ди Полло. Тебе полезно. Дзуппа ди Полло? Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно?
Прости, мам, прости. Надо помолиться. Бенича, сеньоре, команчара, кипадунта. Само очевидно, провидение порога чирикин на нем. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Ложитесь спать. А мы можем поговорить с сеструхой? О. Ну а как вы сами-то? Франни, ты как поживаешь? Франни. Живу пока с мамой. Нашла работу в офисе. На жизнь хватает. Я даже начала отдавать папины долги. Франческа, не надо сейчас об этом говорить. Ну, а молодой человек есть? Пока нет. Куда спешить? Молодые люди сейчас не очень видные. Она обязательно найдет своего суженого. Угу. Все? Понятно. А с мамой можем поговорить? Как ты, бомбина мио? Это, наверное, было ужасно. Бомбина. Я так боялась. Молилась за тебя каждый день. Ничего, мам. По большей части я джип водил. Ну, пострелял немного. Так, ладно. Нам надо, короче, дремануть, да? Не, это мы сюда пришли. Это ванная, да? Квадрат у кровати, да, нажать на комнату. Лошадь. Так понимаю, вот это вот моя кровать. Ну, увидимся утром. Спи крепко, бомбино мио. Самолет висит потока на следующий день. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Тут можно что, каждый раз так одеваться, а? Так, пакет, школьная форма, красная куртка с рубашкой, стильный ковбойский костюм со шляпой, рубашка с длинным рукавом, байкерский гоночный костюм. Повседневная форма. Полевая форма. Кожаная куртка с рубашкой. Классика. Полосатый костюм Томми Анджело. Нифига себе, все-таки тут есть. Подожди. Так. Фирменная куртка Линкольна Клея. Школьная форма. Не, мы школьную форму точно не оденем, товарищ какой-то. Вот костюмчик Анджела можно Томми одеть. Вот это вообще форма неплохая. И вот это кожак такой, тоже вроде классика такая. Только более представительная такая. Давайте в этом походим, пока есть. Во. Во, да, красавчик, да? Все нормально, стильненько. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо? Ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Да.
Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. Так. Нам надо к Джо, да? Так, а сеструха что сидит? Не, я думал, тоже сидит до сих пор. Она же, походу, должна... Мы не будем тут умываться, ничего надо. Умыться, там зубы почистить. Да. Папа Ларда, блин. Так. Джо тут у нас, да? Хорошо. О. А мне плевать. Простите. Мне плевать, хоть юбку последнюю продайте. Что тут происходит? Вито! Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да. Опа. Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. Оу, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? А что на нем слоняется? Держите их для уклонения. А что она не работает? Добил, да, его? Вот так вот, вот, хук. Эй, мать твою! Знаешь чё, вали отсюда нахрен! Вы пожалеете, вы оба пожалеете! Шляпу забыл. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Естественно. Естественно, Джо поможет, блин. Так, карта. Понятно. Так, карта-то понятно. Удерживайте L1, чтобы ускорить. Ага. Понятно. У меня не заканчивается это ускорение, да? Ты что делаешь? Я, ты же видишь, что я бегу, блин. Снег хрипит. Так, это типа сюда ж надо, да? Барчик, а, дом, наверное. Так. Дверь еще дергается на этом. А где его дом? Включить свет, выключить свет.
Это что за прикол? Так, обязательно. Что это за фигня? А, типа мы можем выходить вообще, да? Блин. Ну что ж, он, наверное, на самом верху живет. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. Открыть окно можно, проветрить, да? Хорошо. Так, справа от лестницы. Вот он, да. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи, поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих тёлок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся, у меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ! Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож, ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, это испаночка что-то с чем-то. Киросерадио. Ну, как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Джузеппе? Так, тут кот Базилио будет или нет? За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее, за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь. Ну, пошли. Джузеппе идет, блин. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Да не то чтобы... Ну, так, в общих чертах. Найти девушку, жениться. Да. Ну, а на эту ерунду у тебя еще времени вагон. А сейчас я тебе устрою настоящую жизнь. Да, спасибо еще раз за бумаги об увольнении. Да чё, всего-то один звонок. Скажи спасибо Джузеппе, когда к нему заедем. Ну, Джузеппе, а Буратино? Так как тут у нас по поводу сохранений? Погнали дальше. Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь или как? Ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю.
Так, R2, ага. Так, а что там написали? Не тормоз. Хорошо, теперь направо. Потом езжай пока прямо. Ого! Ёб твою. Чё это? Блин. Сигнал как тут. Так, карта. А тут пропустить нельзя этот поездку. Ну, что ты не едешь? Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Эй, полегче, полегче, помедленнее. У нас тут ехали, тащу идиотов участок. Охренеть. Вас понял. Все, полицая влупанул, блин. Засмотрелся. Охренеть. Надо ж такое. Ты не так уж плохо управляешься с рулем. Хотя немного практики тебе не повредит. Так, гаражи тут у нас есть, да? Так, Джузеппе надо. Сейчас доедем. Менты сбили, блин. О, поехали. Ёпты, блядь. Так, где она тут у нас? Где-то тут рядом, да? А, наверху где-то, наверное. Чё это за херь такая? Ну нет, правильно. Ух ты! Только глянь на эту цепу. Отлично. Джефферсон, 42. Красивая какая. Прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все. Даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, привет, я тебе Джо. Клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы? Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Так, возьмите. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Чтобы открыть мне магазин, нажмите. Понятно. Отмычка. А у меня 27 баксов. А что, у меня больше ничего нету? Ничего больше не могу посмотреть. Так. Это уже у вас есть. Грация.
можешь проверить прямо здесь. Вот, держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется легко. Так, используйте L, чтобы делать язычки. А, вот она. Понятно. Подожди, использовать. Так. До встречи, Джузеппе, Сея Бенедико. Легко, да? У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Так, спасибо. До встречи. Блин, немножко вот привык уже, первую мафию проходил до того, по мне сейчас немножко непривычно. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Вот это? Угоните Джефферсон, так мне ж спалят. Так. Дьявол. О. Подозрение в угоне машины. На газ. Ясно. Тут машину угоняет. Преследую. Ну, так это еще не конец. Сбрось их быстро. Вас понял. Это машина искать полиция. И что делать теперь? Охренеть. Надо смыться. Вот это да. Стой! Вот это ее же этот кидает. А что ты хотел? Гололед, блин. Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое то. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Блин. Гололед. Ну да, там же управление стоит реалистичное. Прикольная штука, пусть будет. Опять? Блин. Задолбали они, блин. Так, что мне надо? Отправляйтесь в эту мастерскую. Что такое у нас? Джузеппе, бензин. А вот она там, да? С ручником четко заходить в повороты. Опять менты. Да чтоб вам пусто было. Блин, не сюда. А, вот он, сервис. Вот. Доброго денёчка. Сейчас все перекрасят, наверное, там перебьют номера, вся фигня. Чего тебе сделать? Так,
чтобы машина, значит, угодили. Все номера и перекрыть на этот раз платит Джо, я понял. Сменить номера. Новые номера для тебя не вопрос. Типа персонализировать можно их? А что это такое? Можно вот так пусть будет. Так. О, слышишь? Сейчас дрон напишем тут. Слышишь, точно. Ой, дрон, блин. О. Так. Мы ее малость подкрутили. Хорошо. Теперь что мне надо перекрасить машину, чтобы она более не занята. Хорошо. Машину нужно починить. Ага. А, так нет, я же с нормально все. Так. Выбрать новое колесо. Починить машину. Вот. Все, красавчик. Так, сменить колеса. Выбирай, приятель. Ух ты, игра. Давайте вот эти вот. Перекраска, увеличение мощности двигателя. Отрегулировал. Платит же это. Форсировать двигатель, чтобы... Все сделано, приятель. Красавчик. Сменить колеса, я уже нормально все перекрасил. Любой покрасим. Кремовый цвет, это серый. Магнолия. Не. Светло-коричневый. Бордовый. О, вот этот мне нравится. Красота, да? Прям красить тебя в машине сидят, он их шуруют нормально вообще. Чё-то. Сейчас устроим. Так. Всё. Спасибо. Вот, теперь я смогу нормально выджигеривать. Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. Так. Эй, а это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он тут забудет, Коня, ну скажу тебе, танцует как сильно. Только машину пару сделал. Недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербей. Козлы, все блин. Тёлки с ума сходят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцевать? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. Чёртовы пробки. Вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться так, утром, ребят, у меня на полу. Ну, на этом мы закончим, наверное, эту серию. Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет?
Давай поедем ко мне. Всем огромное спасибо за просмотр. У тебя проблемы, ты в курсе? Вот, встретимся на следующей серии, так сказать. На этой... Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Вот эта игрушка такая, ну, для начала ничего такое, ну. Не знаю, может, потому что пробуем более к первой части. Тут как, ну, опять же, что сейчас вводят в игру, знакомят, да, так. Ну, вроде нормально, посмотрим, что дальше будет. Всем огромное спасибо, с вами был канал Взрослое Детство, ведущий Дрон. Мафия 2, продолжение. Так сказать, я думал продолжение, но это, короче, часть другая мафии, наверное, вообще не связана никак с первой. Не знаю, посмотрим. Возможно, я ошибаюсь. Как ранее думал, что будет продолжение, типа там, будет сын мстить за папу, но это оказалось не так. Вот. Всем добра, ребят. Мирного неба от головы, крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких и родственников. До связи в эфире, ребята.